От палехской миниатюры к салонной живописи. В художественном музее открылась выставка Владимира Смирнова, приуроченная к юбилею автора. Виртуозу палехской традиции, участнику выставок в США, Канаде и многих европейских странах исполняется 65 лет. В начале нулевых годов он обратился к совершенно новой форме для палеха. Это форма обычной станковой картины в раме. Он отказался от черного фона, традиционного для палеха. Он стал писать на белых фонах. И вот этот белый цвет, он придал работе необыкновенную чистоту. Ивановскому зрителю картины Владимира Смирнова хорошо известны. Эта выставка далеко не первая в городе, но художник, как всегда, нашел чем удивить публику. В центре внимания 8 новых работ художника. Эти полотна отличаются монументальностью, которая свойственна больше салонной живописи, где картина становится предметом интерьера. Есть возможность, что на холстах писать появилось. Почему? Потому что сам холст, вы заметили, там настолько они тонкая вещь там, что как будто это лаковое панно. И вот когда подготовил вот эти работы все, я написал холсты. То есть мне понравился большой масштаб попробовать. На холстах можно увидеть зарисовки из жизни, граничащей со сказкой. Сам художник уверен, традиция палехской миниатюры бесценна во всех ее проявлениях. И теперь мечтает попробовать себя в еще большем формате. Так сказать, у меня перспективы, конечно, бы желательно хотел на стене написать, стенную роспись сделать. Раньше мы этим занимались, где-то когда работали в палехской художественной мастерских до 90-го года. Были заказы у нас по стране, Министерство культуры с нами занималось и давало нам заказы. Эта выставка в очередной раз доказывает, что возможности стиля палехской миниатюры еще не исчерпали себя. С волшебным и сказочным миром Владимира Смирнова ивановцы смогут познакомиться до 5 февраля. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.